Всем привет! Сегодня хочу сделать маленький обзор того, что я купила в магазине «Пятерочка». Ну, так, небольшие покупочки я сделала, ничего особенного. И пройдемся по ценам. Так, кефир «Домик в деревне» однопроцентный. Вот, однопроцентный «Домик в деревне» стоит 78,90. Одна штучка. Так. Дальше. По чеку буду читать. Молоко 2,5% стоит 71 рубль 90 копеек. Такое вот простоквашино. Я люблю это молоко. Всегда беру 2,5%. 71,90. Так, куриное филе Петелинка. Куриное филе было на 212 рублей. Это 283 рубля килограмм. Вот такая пачечка филе. Так, дальше бананы. Бананы на 24 рубля. Я взяла вот три штучки. Я такие люблю зелененькие, которые еще не совсем созрели. Так, 24 рубля, 3 банана. Бананы по 53 рубля, 91 копейка, почти 54 рубля. Галеты классические, тоже всегда такие беру. Мне они очень нравятся, вместо хлеба, как бы я их использую. Ой, вот такие галеты. 45 рублей стоят. Потом я купила вот новые какие-то крекер с ягодным джемом. 69 рублей. Вот так выглядит. Никогда не брала. Внутри они, видите, с прослоечкой. Не знаю, наверное, вкусные. К чаю. Так. Колбаса. Сервелат. Московский. Рублевский комбинат. Завод Рублевский хорошо выпускает, хорошие колбасы более-менее делает. И вот такая колбаска 350 грамм на 269 рублей. Вот этот батончик 269 рублей. Так, дальше. Капуста квашеная с клюквой. Вот небольшая такая баночка. 84 рубля 90 копеек. 500 грамм здесь квашеная капуста. Так, и купила я кофе итальянский в зернах. Стоит он 250 грамм 249 рублей. Вот такой кофе. Вот видите, Италия. В зернах кофемолки у меня нет, но я хочу попробовать в блендере, не в блендере, а в измельчителе кухонном комбайн, как комбайн, да, измельчитель там есть. Я хочу попробовать там перемолоть зерна. Надеюсь, что у меня получится. В принципе, почти одно и то же, что если брать эту кофемолку небольшую, там такие же ножи. Ну, хочу попробовать, не знаю, получится или нет, не знаю. Пока не буду, напишите в комментариях, кто пробовал, или как вы думаете, получится, не сломаю ли я свой блендер, измельчитель. Я думаю, не должно быть. По чуть-чуть я засыплю, по чуть-чуть перемолю. Мне кажется, должно получиться. Вот, а кофе такой ароматный, мне запах понравился. Так что хочу попробовать. Вот, и еще купила я вот такие мюсли. Вообще такие классные мюсли. Стоят они 359 рублей. И они без сахара. Вот тут написано без сахара. И там прям, во-первых, они такие вот крупинчатые, вот как здесь, видите, с ягодами. И там прям малина, я уже открыла, попадалась. Вот сейчас покажу вам. Вот малина, прям кусочки. Прям кусочки, вот такие ягодки, то есть засушенные, вот такие малины. И малина, и здесь земляника или клубника, я там не знаю что. В общем, все, вот, видите. Вот такое. И пахнет очень вкусно. Вот.
все мои покупочки на сегодня. Еще я забежала в магазин Fix Price, тоже кое-чего купила. Скоро я сниму вам обзор. Не знаю, сегодня или нет. Это видео сегодня я выпущу. А следующее не знаю, потому что сейчас приедет ко мне внучка с детьми. И не знаю, хватит ли у меня время на все на это, успею ли я снять. Так что смотрите мое это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я еще открыла группу в Одноклассниках, и под видео будет ссылка на эту группу. Называется она «Сахарная пудра». Так что можете заглядывать туда тоже. Там тоже будут новые какие-то видео. Может быть, даже тех, которые не будут здесь. Вот. Всем спасибо. Пока-пока.